Интеллектуальная историческая игра для школьников «Росквиз» на тему «Кто к нам с мячом» прошла на базе Лесногородской школы. В викторине приняли участие 4 команды десятиклассников. Организовывая такие викторины, учителям истории и обществознания удается расширить кругозор и знания своих ребят, воспитывать у них любознательность, умение работать командой, отметил руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Одинцовского округа Вячеслав Киреев, присутствующий на мероприятии. Ранее одинцовские партийцы приняли участие в интеллектуальной игре «Росквиз», приуроченной ко Дню космонавтики.